Настоящую форму времен Великой Отечественной войны смогут увидеть жители Первоуральска. 9 мая представители военно-патриотического клуба «Пограничник» планируют провести историческую реконструкцию. Несколько десятков горожан пройдут строем в обмундировании различных родов советских войск. Я буду капитаном первого ранга, командиром подводной лодки. Белоснежный китель, черные брюки, фуражка, кортик и перчатки. 15-летний Артемий Нафиков примеряет парадную форму военно-морского флота времен Великой Отечественной. Отец подростка служил командиром взвода в инженерных войсках, поэтому военным делом юноша увлекается с малых лет. Сейчас Артемий готовится выступить в роли командира целой субмарины. Говорит, в новом образе испытает патриотические чувства. Ощущается какая-то гордость, то, что... Ну, такой высший чин, и я понимаю, что в такой же форме воевали прадеды и отцы. Помимо этой формы в военно-патриотическом клубе «Пограничник» собрали еще порядка 50 комплектов формы различных родов войск. С их помощью хотят организовать реконструкцию ко Дню Победы. Планируется, что в ней примут участие горожане в форме пограничников, летчиков, моряков и танкистов. Если взять даже тех танкистов, у нас от рядового до офицера, да, скажем так. Также и пехотинцы. Будут у нас, значит, девочки-санитары, будут, значит, у нас там связистка, регулировщица. То есть, ну, практически... Все, кто участвовал в Великой Отечественной войне, будут представлены. Александр Демидов отмечает, комплекты собирали в течение 6-7 лет, как говорится, с миру по нитке. Какую-то форму приносили знакомые, часть закупили через интернет-магазины. Есть и уникальные экземпляры, оригинальные вещи, принадлежавшие солдатам. К примеру, этот китель старшины-пехотинца. Мы здесь видим, значит, во-первых, нашивка за тяжелое ранение. Ремень оригинал времен Великой Отечественной войны. Вот здесь три ордена славы. То самое главное, вот этот вот знак, отличный пулеметчик, это тоже времен Великой Отечественной войны. Сейчас в пограничнике идут последние приготовления к реконструкции. Форма должна быть тщательно отглажена, а все пуговицы на кителях и гимнастерках крепко пришиты. За это отвечает 15-летний кадет Даниил Кротов. Это не сложно, даже можно сказать просто, если умеешь шить. Самое главное интересно, потому что я прикасаюсь к истории Великой Отечественной войны. Прикоснуться к истории в День Победы смогут ученики и педагоги городского центра дополнительного образования, выпускники и друзья военно-патриотического клуба «Пограничник», а также школьники. 13-летний Саша Бурков наденет форму летчика. Участник реконструкции считает, такое шествие – дань истории. Чтобы люди не забывали то, что была эта война, видели, какие были формы, оружие. И какие сейчас. Планируется, что 9 мая строй пограничника возглавят воспитанники в современной военной форме. Остальные участники реконструкции пойдут за ними под красным знаменем. Параллельно пройдет акция «Письма Победы». Жители Первоуральска получат поздравления в виде традиционных треугольников от детей городских дворовых клубов. Николай Свердлов, Дмитрий Солюков и Андрей Волков. Новости Первоуральск.